воды, меня достали. Мы с вами уже говорили о магической силе дыхания. Но как же правильно дышать? Давайте научимся это делать. Для того, чтобы сделать правильный вдох и выдох, нам нужно вытянуть себя за макушку, выпрямиться, не прогибать поясницу, стоять ровно. Делая вдох, мы должны сделать глубокий вдох носом и заполнить пространство между ребрами. Делая выдох, мы должны потянуть низ живота вверх, напрягая пресс. Это называется нижняя диафрагма. Попробуем сделать это еще раз. Самое главное – это делать это с удовольствием, с каждым вдохом наполняя себя положительной энергией и с каждым выдохом выдыхая напряжение и стресс. Thank you.
воды меня достали. Thank you.